учитывая мою семейную династию, да, которая сложилась вот у родителей, бабушка, дедушка тоже были медицинскими работниками. Поэтому, в принципе, для меня другого решения не было. Я это видел, я видел, как живет мой отец, моя мама, она операционная сестра, уже на пенсии. Вот. Поэтому я видел, как это все делается, с чем приходится сталкиваться. Поэтому этот выбор вполне осознанный. Я знал, на что иду. Поэтому для меня другого выбора не было.